В России на пропагандистском телевидении пригрозили убийством посол Польши. Руководитель управления по международной политике польского президента Польши Марцель Пшидач отреагировал на это. По его словам, сегодня жизнь в Москве одна большая угроза. Это угроза не только для дипломатов, но и для простых россиян, сказал он. Пшидач отметил, что страна-агрессор настолько отошла от цивилизованных стандартов, что сегодня здесь никто не может чувствовать себя безопасно. Способ функционирования режима – очень агрессивно растущий российский национализм. Все это создает атмосферу, в которой сегодня в Москве никто не живет особенно безопасно, говорит Пшидач. Кроме того, он прокомментировал и случившееся в прошлом нападение на российского посла Сергея Андреева. В случае с российским послом это сделало не представительство польского правительства или администрация, а обычные люди. Производство по этому делу продолжается, хотя мы очень критически относимся к деятельности посла Андреева. Во-первых, это представитель путинского режима. Во-вторых, человек, который даже в предыдущие годы не способствовал конструктивно польско-российского отношения, сказал он.